Окунуться в историю своей страны и посмотреть современный быт военнослужащих в преддверии Дня Победы в центре «Патриот» прошла экскурсия для юных боксеров из Архангельска и Новодвинска. Подробнее в сюжете. Историю надо знать, чтобы не допустить каких-либо искажений в ней. Именно поэтому в центре «Патриот» учат детей высокому, любви к родине и преемственности ценностей. Понравилось фотоаппараты, там много было воинские части, казармы, всякие разные корабли. И не только экспозицию военно-морской техники показали юным боксерам. Ребята посетили почти каждый уголок центра. Посмотрели оружейную комнату, тир, побывали в казарме, где познакомились с бытом военнослужащих. Это очень важно, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны, знало историю Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы мы решили провести для наших боксеров, ребят из Новодвинска, Архангельска, которые занимаются в наших клубах, провести такую экскурсию. Центр «Патриот» развивает и другие направления. Например, здесь работает пресс-центр, где всех желающих обучают основам журналистики. Также тут занимаются по программам дополнительного образования. Помогаем ребятам определиться в выборе дальнейшей своей профессии, своего жизненного пути. Помогаем в том числе и встать на ноги, как можно больше узнать об окружающем мире, осознать значимость себя именно, возможно, реализовать какую-то хорошую общественно значимую инициативу. В конце встречи в универсальном комплексе центра «Патриот» мастер спорта России Вячеслав Давыдов провел для ребят тренировку по боксу. Александр Богданович, Александр Кузнецов, «Регион-29».